В начале выпуска о ЧП в Чудове. В водоеме прямо в центре города сегодня днем утонул ребенок. Так трагически для него закончилась игра на льду. Место, где случилась беда, многолюдное и оживленное. Это очевидно даже по оперативным кадрам. Работа спасателей собрала десятки, если не сотни зевак. Но когда трое детей сначала играли у пруда на Молодогвардейской, а потом вышли на коварный весенний лед, их никто из взрослых не остановил. По версии следствия, двое ребят провалились в полынью. Взрослые помочь им не смогли или не сумели. Один мальчик смог выбраться самостоятельно, другой пятилетний малыш ушел под воду. Спасти его не удалось. Сотрудники регионального управления Следственного комитета проводят проверку всех обстоятельств трагедии. Точную причину смерти ребенка установят эксперты-криминалисты. А прокуратуре теперь предстоит дать правовую оценку, цитата, «полноте принимаемых мер по обеспечению безопасности ребенка». Также проверят и деятельность местной администрации по организации доступа к водному объекту.